Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4, 2011 года выпуска, двигатель 2.7 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 141 тысяча километров. Заказал себе нижнюю губу на бампере, крышка которой закрывает буксировочный крюк. У меня она отсутствует. Сейчас пришла новая, установлю ее на место, покажу как. И также заказал ветровики на окна. Кто-то считает это колхозом, для меня это удобно. В дождь открывать, ни грязь не попадает, и воздух свежий идет. Поднимаю автомобиль. Крышку я заказал фирмы Бритпарт. Номер ее для заказа LR014045. Вот такая большая деталь. О, картонка идет, чтобы не сплющилась. Клипсы идут сразу в комплекте. Это хорошо, потому что я не знал, что они будут, не заказал дополнительно еще клипсы. Устанавливаю ее на место. Не знаю, вид бампера передает, не передает, но бампер как законченный получается. Без нее он как голый. Хотя и без нее он тоже смотрится. Здесь надо вверх приподнять. Эти защелкиваются. Ну и защелкиваю клипсы. Защелкиваются они просто. Берем их, вставляем и поворачиваем на 90 градусов. Свет отсвечивает. Вот отсюда лучше всего видно. Все, губа стоит. Теперь красиво. Опускаю автомобиль. Машину пока не опустил. У меня вот эти так называемые в простонародье яйца прикалывают. Противовесы с двух сторон, и с одной стороны, и с другой стороны. Вот, если их сильно раскачать, но я думаю, что они так сильно не раскачатся, но тем не менее, вот если сильно раскачать, он стучит. Не знаю, там то ли втулки выработались, то ли что. Хочу разобраться, сделать. Но помимо этого, еще нашел и стук в стабилизаторе. Задним вот с этой стороны, если вот посмотреть, так отсюда не получится, вот отсюда получится, вот стойка стабилизатора, и она делает вот так вот. То буду заказывать стойки и менять. Втулки проверил, втулки живые. Стойка только одна задняя правая стучит, левая живая, но заменю обе. Вот так вот выглядит без ветровиков. Сейчас ветровики установлю. Ветровики ВТ-52 Land Rover. Артикул для заказа WLR04. Ну, здесь есть телефон, если кому-то надо для заказа созвониться, списаться. В комплекте идет два передних, два задних, прозрачные.
Сначала примерно примерю, как оно будет стоять, прежде чем начинать клеить. Здесь есть небольшой уголочек, как здесь, так и здесь, вот на этот переход от резинки. Клеем как раз получается по краю, вот на таком уровне, где-то миллиметров, наверное, да, около сантиметра. Беру обезжириватель. Пленочку я оторвал, выравниваю по зазору. А, я предварительно не показал, камера отключилась, я обезжирил. Обезжирил обычным обезжиривателем. Вот такой обезжириватель. Смочил и то место, где клею, просто немножко взял и прошелся. Также беру второй ветровик и выравниваю по первому. И теперь прохожусь вот так вот по периметру, все это прижимаю. На улице сейчас погода теплая. А вот так теперь это смотрится. Аналогичным образом делаю со второй стороны. Со второй стороны я тоже сделал. И также хотел показать. Привел я маленько порядок под капотное пространство свое. Помыл, почистил. Ну, не идеально, конечно. Ну, по крайней мере, чистенько стало. Единственное, вот эти места на капоте. Тер-тер, с первого раза я не оттер, сильно не натирал. Грязь годами здесь собиралась, но тем не менее все стало достойно. На этом все. Губу на бампер и ветровики я поставил. Всего вам доброго.